вітати наших учасників. Сьогодні на TechTalk від Hightive IT Cluster та USAID, американська агенція розвитку, проєкт «Конкурентна спроможна економіка України». Ми почнемо трохи згодом, бо до нас доєднуються учасники. Ми видамо трансляцію на Facebook, тому прохання, якщо це можливо, поширити серед ваших друзів, які, може, в дорозі їдуть, вони можуть почути наших спікерів. Сьогодні це власники SEO-компаній, може бути якісь питання цікаві. Давайте зараз, може, перевіримо звук. Поставте, будь ласка, плюсик в чаті, якщо ви нас чуєте добре, будь ласка, що ви з нами. Так, бачу, вже пішли плюсики, дуже добре, дякую, дякую, бачу, що ви тут з нами. Тож, let's go. Давайте знайомитися. Мене звати Оксана Подколзина, я Head of Education Hightive IT Cluster. З нами сьогодні наша команда Дар'я Таманова, наш менеджер проєктів, буде допомагати нам технічно. І, звичайно, наш директор Ольга Шаповала, яка стартує нашу зустріч, introduction, розкаже про нашу ідею, чому ми це робимо, про Hightive IT Cluster. Я сподіваюся, що зустріч сьогодні буде насиченою. Звичайно, це залежить від також ваших питань. Чим більше буде питань, тим більше відповіді. Цікаві спікери сьогодні. Тож ми стартуємо буквально за 1-2 хвилини. Дар'я, чи можемо ми стартувати? Вже в нас є учасники на Фейсбуці, в Зумі. Так, так, я гадаю, що можемо. Всім доброго дня. Добре. Добре, дякую, Даш. Тоді я передаю слово директору Hightive IT Cluster Ольга Шаповал, будь ласка. Так, доброго всім сьогодні такого суботнього дня. Ми дякуємо, що ви сьогодні до нас долучились. І, звичайно, ми хочемо трошечки розповісти вам так буквально 30 секунд, хто ми є і для чого ми вирішили це спробувати зробити. Це такий перший івент, який ми будемо спробувати зробити, щоб вам було також цікаво бути на цьому івенті. Коли ми провели Харківський IT-кластер, взагалі це неприбуткова організація, громадська організація, вона об'єднує провідні IT-компанії, вона об'єднує владу та об'єднує університети, заклади освіти для того, щоб розбудовувати таку комфортну екосистему, в якій хотілося б залишатись і компаніям, і працювати, і, звичайно, фахівцям. І нещодавно ми провели таке дослідження, воно називається «Харків IT Research», і нам було дуже цікаво, чому фахівцям в IT, окрім, звичайно, винагороди, що вас цікавить, що ще надихає вас робити ті речі, які ви робите у повсякденній своїй роботі. І ми виявили, що це для вас є дуже важливим проєкт, над яким ви працюєте. Вас надихають рішення, які ви створюєте, надихають команди, разом з якими ви можете працювати, та надихають лідери, біля яких ви також можете працювати, тому що люди, вони йдуть коли вони обирають роботу, вони йдуть більше за проектом, а коли вони лишають проект чи компанію, вони лишають перш за все людей. Тобто десь там не було комфортно працювати, десь не був дуже цікавий проект, десь складно було поспілкуватись з CEO, з керівником компанії. І ми вирішили, що давайте спробуємо зробити все це ближчим. Зазвичай в IT-компаніях є дуже багато різних речей на кшталт NDA, різних договорів, які не дозволяють у тому числі у паблік поширювати кейси, які створюєте ви, але які змінюють цей світ. Ми вирішили цей момент пофіксувати от завдяки таким івентам. У нас буде 5 івентів, сьогодні перший розпочинаючи, у форматі TEDx, тобто 15 хвилин буквально, кожен з наших спікерів, а це є власники, керівники IT-компаній, вони розкажуть про якийсь кейс технічний, як цей технічний кейс зміг побудувати з технічної точки зору з одного боку якесь рішення, з іншого боку, а яку бізнес-проблему воно вирішило, як це змінює світ, як такі рішення змінюють світ, і як ви можете долучитись до створення отаких от рішень. І якщо казати про от всі наші 5 івентів, вони будуть всі 3
всі 5 івентів, на кожного буде по 3 таких власника компанії ділитись, чи CEO ділитись з вами своїм досвідом, відповідати на технічні питання, на нетехнічні питання, на будь-які. І все це буде у листопаді завершуватись таким великим івентом. Ми його назвали такий, у нас там є декілька робочих назв. Зараз головна назва – це «One-to-one meetings with founders», IT-founders, чи командами. Якщо ви захочете більше дізнатись про компанію, про проєкти, в яких вона працює, можливо, якщо ви захочете долучитись до якогось проєкту, ви зможете зареєструватись на такий дуже великий івент, він буде онлайн, тобто зі всіх регіонів, куточків України ми людей запрошуємо, тому що ми побачили також, що не завжди люди, які проживають не в великих містах, бачать, що в Україні безліч можливостей, в Харкові безліч, наприклад, ми з Харкова, і в Харкові безліч можливостей для професійного розвитку. І це ж не треба нікуди їхати для того, щоб професійно розвиватись у технологічній сфері. Успішним можна бути вдома. Тому ми запрошуємо вас реєструватись на ці one-to-one meetings. Ми у будь-якому випадку повідомимо про всі моменти, які організаційні будуть, ну, що від вас буде вимагатись, але це ми максимально спробуємо це зробити легко, фаново, і щоб для вас ці івенти стали не просто можливістю змінити своє життя, але щоб ці івенти стали кроком до можливості змінити цей світ. Тож дякую вам дуже і дуже бажаю вам сьогодні цікавого дня. Дякую, Ольга. Дуже дякую. Перед тим, як стартує Євген Горовий, CEO компанії DGIM, розказує про свій проєкт, про свою команду. Трохи, декілька слів про нашу комунікацію сьогодні, як ми будемо працювати, не працювати, але спілкуватися цього чудового ранку суботнього. В нас сьогодні буде компанія DGIM Quantum T-Spark. Сьогодні в нас спікери стартує, в нас Євген Горовий, затем Рубен Мелконян та Антон Варабін. Кожен має близько 15 хвилин, і потім питання, звичайно, ваші. Ви бачите стек технологічний, в яких компанії працюють, про це вони також розкажуть. Тож, зараз я дуже рада комунікувати, як ми будемо комунікувати. Будь ласка, після розповіді, будь ласка, ви можете ставити питання голосом, саме в чаті через руку підняту або в чаті. І, звичайно, форма зворотнього зв'язку буде від нас для вас сьогодні і доєднатися до one-to-one meeting, як Ольга сказала. Пишіть ваші коментарі або запитання в Фейсбуці, тут в Зумі. Тож я передаю задоволенням слово нашому першому спікеру Євген Горовий. Будь ласка, я стоп ставлю на демонстрацію, і ваша демонстрація зараз вашого. Доброе утро всім. Спасибо, що в суботу выбрали именно это мероприятие, а не кучу других возможных альтернатив. Надеюсь, что моя презентация вас взбодрит, и вы настроитесь на правильный лад и добудете до конца. Вот. Перед тем, как начать, скажу, что вчера вечером я заканчивал презентацию. В общем-то, это нормальная практика с учетом количества таких ивентов, в которых я участвую. И на момент 23:00 мне было около 70 слайдов. Вот. Но как-то с горем пополам их осталось 36, но времени у меня всего 15 минут, поэтому сразу говорю, что будет очень много информации, и я предлагаю стартовать прямо сейчас. Сейчас расшарю экран. Так. И мы начнем. Сейчас. Так, видно ли мою презентацию? Да, видно. Окей. Перед тем, как начать, я сделал акцент на том, что благодарю всех, кто решится показать свое лицо. Отдельная благодарность. Очень круто видеть лица слушателей. Мы за этим так все соскучились. Спасибо. Окей. Пару слов обо мне. Я был ученым. Было у меня много публикаций. Я участвовал в большом количестве мероприятий, конференций. Большое количество презентаций уже сделал в своей карьере. Вот. И 6 лет назад стал предпринимателем, и, в общем-то, компания DGIM, которую основал,
Без нее бы не было сегодняшнего спича и сегодняшней истории, которую я хочу поделиться. Действительно, наша команда – это огромная гордость. Вот, это люди в большей степени с ученой степенью PhD в Signal Processing, Image Processing и разных физических и математических дисциплинах. Это более 20 инженеров стека Machine Learning, Computer Vision и связанных с ними. И где-то такое же количество партнеров, которые помогают нам интегрировать, оптимизировать и, в общем-то, встраивать в разные бизнес-решения те алгоритмы, которые мы разрабатываем. Я не знаю, IT-кластер будет ли расшаривать презентацию, но если да, вот эти вот все штучки, они кликабельные. Поэтому welcome, там можно будет найти всю информацию о нас, ну или контактировать с кластером, либо нами напрямую. Окей, перед тем, как расскажу о нашем кейсе, давайте вернемся к названию. Была названа моя презентация Computer Vision in Healthcare. Что такое здравоохранение, я так предполагаю, все мы знаем. Что такое Computer Vision, возможно, нет. Computer Vision – это очень крутая дисциплина, которая, в общем-то, является пересечением многих направлений. Вы видите на экране их. Это физика, Image Signal Processing, математика и даже биология на самом деле. И целью Computer Vision является научить компьютеры, машины мыслить, интерпретировать, обрабатывать визуальную информацию так, как делают люди. Раньше я озвучивал эти слова сотни раз. На самом деле, более правильно говорить даже не так, как делают люди, а даже лучше. И прогресс технологий в наши дни для отдельных задач это демонстрирует. Чтобы понимать, где в ландскейпе искусственного интеллекта находится Computer Vision, вот такая вот иллюстрация. Мы видим, да, что неправильно говорить, что Computer Vision – это Deep Learning. Много кто так считает, но это не так. Да, Computer Vision, он пересекается с Deep Learning, Machine Learning, и, в общем, есть группа классических методов, которые, в принципе, ближе к обработке изображений. Более того, помимо классического, да, Computer Vision для оптического диапазона, когда мы там делаем фото на камеру или мобильный телефон, есть еще большое количество увлекательных диапазонов, да, которые позволяют получать изображение объекта. Да, и Computer Vision методы можно применять и в этих диапазонах. Например, X-ray диапазон. С помощью X-ray диапазона мы можем, например, диагностировать COVID. Да, или инфракрасный диапазон. Представим, что у вас есть корова дома. Не знаю, есть ли у кого-то корова, но можно померить температуру коровы и понять, что она заболела с помощью инфракрасного диапазона и Computer Vision. Ну или вот получить такой вот срез распределения теплоты. Видите, вот эта картинка с пакетом на голове, она вот здесь не просто так. В этом спиче еще будет слайд о пакете и о голове. Ну, давайте все по порядку. Или такой пример. Вот перед вами картинка Титаника. Ее получили с помощью акустического сигнала, с помощью так называемого сонара, да, акустического сенсора. И опять-таки, в каком диапазоне мы бы не получали изображение, Computer Vision технология может быть применена и приносить нам пользу. А теперь немножко об истории, о которой я хочу рассказать. Все началось, в общем-то, полтора года назад, когда мы с коллегой полетели в Лас-Вегас на CES. Есть такая огромная конференция, пожалуй, самая большая конференция, на которой мне приходилось бывать. Участников было около 200 тысяч, вдумайтесь. 200 тысяч участников, это фантастика. Вот. Да, и венью было достаточно интересным. Но, конечно же, речь пойдет не о самом городе и венью, а о том, что мы там увидели. На этой выставке были представлены тысячи компаний, и одна из них меня удивила. Мне это показалось неожиданным, хотя, в общем-то, я в этой сфере работаю. Компания измеряла ряд биологических показателей человека просто по видео, да, вот можно посмотреть, что вот я фотографирую вот этот вот экранчик, да, то есть это фотография моя, я не просто с интернета скачал. На самом деле, если честно, я даже не понял, что это за показатель. Я знал, что такое пульс, все знают, что такое пульс, да, а другие показатели я особо не интересовался, но меня это удивило очень сильно. И что вы думаете? Буквально месяц спустя к нам приходит такой лид, потенциальный клиент, который хочет сделать приложение. А приложение следующее. Он хочет, чтобы человек запускал его. При запуске открывалась селфи-камера, и с помощью вот видео-селфи-камеры нужно измерять ряд таких показателей. Оказывается, что показателей много. Вот. И, собственно, тогда началась вот наша история. Конечно же, мы не боялись этой задачи, ибо бэкграунд моей команды очень сильный. И
С самого начала проекта мы узнали много нового. Во-первых, что есть такая наука, как плетисмография, да, это направление, которое занимается анализом изменения объема жидкости в организме, да, разных жидкостей. Кроме того, оказывается, есть еще фотоплетисмография. Это вот под направление, которое использует оптический диапазон. Перед вами пример самого такого популярного девайса. К сожалению, все уже знают, что это за девайс. Я думаю, до пандемии многие не подозревали, что такое пульсоксиметр, да? Что такое вообще сатурация. Вот. Но, тем не менее, вот плетисмография как раз это наука, которая непосредственно связана с этим прибором. А само чудо, как я это называл, когда увидел на CES, да, вот продукт, который меряет Уайтова человека по видео, эта магия связана с тем, что эти показатели измеряются удаленно. Да? Наш пульсоксиметр – контактный сенсор, да? А здесь речь идет об удаленном измерении. А оказывается, магии нет, а это просто физика. Мы знаем, что наши камеры такие, являются пассивными сенсорами. Да? Они поглощают свет, который рассеивается, в данном случае, кожей нашего лица. И оказывается, что свет, в зависимости от объема крови, да, который постоянно меняется, да, понятно, что как бы сердце качает ее, вот это вот изменение объема влияет на то, как выглядит изображение нашей камеры. И это можно использовать для измерения вот таких вот показателей, о которых я расскажу. Презентация короткая, времени мало. Конечно же, я не буду углубляться, но попытаюсь какие-то ключевые интересные вещи объяснить. Во-первых, как померить пульс и прочие характеристики по изображению видео лица и почему лицо? Ну, в общем-то, понятно. Лицо чаще открытое, нежели, например, другие части тела. Кожа более тонкая, сосуды ближе. В общем-то, это ключевые, да, ключевые такие причины. Как найти лицо? Я думаю, даже программисты, которые не имеют ничего общего с computer vision, знают, видели, даже обычный обыватель видел, как их мобильный телефон обводит такой рамочкой лицо. Видеопоток. Окей, нашли лицо, на лице нашли какие-то особые точки, в общем-то, тоже интуитивно понятно. Далее, оказывается, что не все регионы лица эквивалентны, да, и одинаково можно использовать для вот извлечения вот таких вот модуляций, да, биения крови, что влияет на каналы изображения. Щеки и лоб самые такие подходящие, вот можете посмотреть пример моего коллеги, да, и вот, вот изображение. Другими словами, еще можно это так описать. Вот представьте, что вы поделили область лица на такие мелкие ячеечки, большое количество, и каждая ячеечка – это отдельный микросенсор. То есть мы, по сути дела, устанавливаем некий виртуальный сенсор на лицо и пытаемся измерить вот эти вот изменения цвета, да, которые связаны с тем, как сердце качает кровь. Да. И оказывается, что вот анализируя сигналы из каждого из микросенсоров, мы можем их отфильтровать, да, чтобы самые надежные микросенсоры использовать. Это все связано с непосредственной особенностью лица человека. Да? Если у вас борода, то, видимо, микросенсоры на бороде плохо будут работать. Да? И вот если вы отфильтруете, то будет что-то вот такое. Мне почему-то пришла аналогия с вот картинкой справа. Думаю, что возрастное распределение у нас такое, что многие не знают, что это. Не суть. Не придавайте этому большого значения. Окей, хорошо. У нас есть картинка. Мы извлекли сигналы из сенсоров. А что с собой представляют такие сигналы? Да, и что с этим делать дальше? Думаю, что все слышали об изображении, что чаще всего оно трехканальное, R, GB, самое распространенное, да, цветовое пространство. И вот, собственно, мы контролируем значение вот, пикселей в этих каналах. Мы можем скомбинировать данные с этих каналов и построить один единственный сигнал. Вот он и называется PPG-сигналом. На самом деле PPG-сигнал – это ECG на минималках, да, вот кардиограмма, но на минималках. Почему на минималках? Потому что вы знаете, как получается электрокардиограмма. Контактные сенсоры, несколько, ты лежишь неподвижно, а как бы PPG получается с помощью мобильного телефона. Тем не менее, этого достаточно, чтобы решать ряд задач. Вот, если построить спектр такого сигнала, то, в общем-то, пульс можно не увидеть. Но если правильно сбалансировать эти каналы, да, с учетом физики, сигнал-процессинга, математики, то можно получить сигнал почище и, в конце концов, померить пульс. Так, окей, с пульсом разобрались, это самое простое. А что по поводу respiration rate? Я разъясню, что такое respiration rate. Это то, сколько раз вы вздыхаете и выдыхаете в минуту. Так вот, оказывается, это тоже можно измерить. Принцип следующий. Во время дыхания ваши легкие сжимают сердце. И это приводит к модуляции, либо изменению и амплитуды нашего сигнала, и частоты нашего сигнала. И, собственно, если правильно применить
соответствующие методы сигнал процессинга, да, иногда диплёрнинга, можно вот эту вот компоненту респираторную тоже извлечь. Так это работает с человеком, так это работает с людьми лица. В качестве такого интересного примера покажу вам такой же кейс, но для собаки. В общем-то, PPG-сигнал собаки не извлечь, разве что побрить ее, да? Такие тоже опции есть, да? Но здесь подход другой. Чисто иллюстративный пример. Это видео было снято на мобильный телефон. Мы его стабилизировали, да, чтобы извлечь все возможные изменения вот, и движения, связанные с человеком, да, с оператором. Вот. И мы построили такую сеточку точек, автоматически померили смещение, нашли точки, которые более характерно смещаются. И, собственно, мы можем померить, сколько раз ваш пес вдыхает в минуту. Это тоже, в общем-то, полезная информация. Можно и диагноз поставить определенный, или просто понять, что ваш питомец устал, и оставьте его в покое. Окей. Теперь о еще одном вайтеле. На самом деле характеристик много. Я остановился на трех самых таких распространенных. SPO2 или сатурация. Вот графики я не часто использую в своих презентациях. Ну, я думаю, что он не очень сложный. Вот, и он очень иллюстративный. Оказывается, что в зависимости от того, сколько кислорода в крови, в общем-то, поглощение света происходит по-разному. Да? И оказывается, что если посмотреть инфракрасный диапазон, это там 900-1000 нанометров, да, то здесь все просто. Насыщенная и ненасыщенная кровь, они просто расходятся. Видите, да, вот кривульки в разные стороны уходят. Но у нас нет инфракрасной камеры, у нас есть селфи-камера с телефона. Поэтому вот этот кусочек нас интересует. Да? А здесь все очень тонко, и поэтому задача измерения сатурации крайне, крайне сложная. Может быть, у кого-то из вас есть Apple Watch 6. Думаю, что в 7 Watch тоже будет опция SPO2. Работает паршиво. Попробуйте, реально. Да, и в принципе пульсоксиметр дает погрешность 3 единицы, что, в общем-то, может быть критично, если ваша сатурация 93, например, да, или 94. Окей, тем не менее, я не буду сейчас углубляться, это сложнейшая тема, вот. Но я расскажу вам об эксперименте, о котором обещал, о человеке и о пакете на голове. Вот, внимание, здесь написано красным, и это серьезно. Пожалуйста, никогда не повторяйте это, вообще ни в каких условиях, за большие деньги, не надо этого делать. Но это уже было сделано, с человеком, слава богу, все в порядке. В двух словах опишу, что это было. Мы хотели получить данные с низкой сатурацией. Вот, нам они нужны были. Тем более нам нужен был кейс, когда сатурация стремительно падает. Ради этого наш технический директор самоотверженно поехал в Будмунд, купил такой целлофановый пакет, надел на себя и просидел 1,5 часа под ним. Зачем это, да? Он накрыл пакет. За первые 45 минут он просто выдыхал весь воздух, фактически почти весь воздух. Да? Конечно, воздуха становилось меньше, вернее, кислорода в нем, и сатурация начала падать. Причем она падала постепенно до 90, а потом за последние 4 минуты упала до 85. Так вот, собственно, данные мы получили. Это позволило нам калибровать наши модели, улучшить результаты. Но, пожалуйста, не делайте так больше. Я вас прошу. Окей. Теперь чуть-чуть о продакшене. Мы... В общем-то, уже больше года занимаемся ресерчем и постоянно улучшаем точность и эффективность наших алгоритмов. Но как сделать так, чтобы эти алгоритмы не работали бесконечность времени, чтобы это не стоило там, миллионы долларов на то, чтобы это все в клауде запускать, и чтобы, в общем-то, это было юзабельно, чтобы человек не сидел час возле телефона неподвижно. Да? Собственно, на эти вопросы нужно было отвечать. И они не менее важны, чем ресерч, какие-то научные результаты. Перед вашими глазами кусочек архитектуры, которую мы изначально заложили. Все наши вычисления производились в клауде. То есть мы стримали видеопоток в реальном времени с телефона, кадр за кадром, и все это в клауде обрабатывалось. Но оказалось, что ряд клиентов находится в таких регионах, где просто-напросто скорость интернета не позволяет передать видеопоток с нужной скоростью. Тут мы поняли, что что-то делаем не так. Да? Не то, что делаем не так, а что нужно для этого кейса решать проблему и искать подходы. Первый, самый очевидный подход – это не отправлять картинки one by one, а как-то закодировать видеопоток, да? Очевидный. Казалось бы, да? Но это не работает. Мы попробовали ряд кодеков. А вспомните, да? Может быть, кто-то помнит, есть диски, DVD, CD, сейчас уже этим никто не пользуется, да, но вот как-то все фильмы всегда помещались на диск, да, благодаря кодекам, компрессии видео. Так вот, визуально этого, может быть, не видно, но на PPG-сигнал это пагубно влияет, это не работает, то есть кодеки не работают, мы поняли, что это не выход. И потом, после ряда брейнстормов, мы таки решили все-таки оптимизировать, переписать наши пайплайны, упростить все,
в то же время потерять минимальное значение точности. И, собственно, все это запускать прямо на девайсе. Представьте, по итогу мы ускорили, мы уменьшили количество передаваемой информации в 900 раз. Это автоматически решило все проблемы. Более того, ключевой движок, который считает наши вот жизненно важные показатели по нашим уже оптимизированным сигналам, которые мы извлекаем, да, он спрятан, это главная интеллектуальная собственность, и, собственно, он на удаленном сервере и крутится. В общем-то, замечательный итог нашей работы. Так, по поводу команды и людей, которые в этом участвовали. Понятно, что это такая схема, и количество людей, которые здесь обозначены, понятно, что это схематическое количество. Была R&D-команда, по-моему, до 7 человек. Периодически разные инженеры разные задачи решали. В общем-то, мы продолжаем этим заниматься. Фронт-энд-команда, соответственно, Mobile, это Android и iOS разработчики, которые, в общем-то, интегрировали нашу библиотеку. Web, могу сказать, что мы смогли запустить наше решение прямо в браузере, причем, в общем-то, без отправления на сервер чего-либо. То есть такое серверное решение прямо в веб-фронтенде. Бэкэндщики и девопсы – это обязательные люди. Вы знаете, что девопсы сейчас хорошие на цену золота, и, по-моему, мне кажется, это уже в прямом смысле слова, судя по рынку, который, в общем-то, греется. Так, и в конце небольшая статистика. Количество людей, которые были привлечены в процессе работы над продуктом и в процессе, в общем-то, который не закончился, более 30. Денег потрачено на клауд, ноль, к счастью, потому что Microsoft полностью покрыл все расходы. Ну, мы, в общем-то, и чужие деньги тоже ценим, и не разбрасываемся ими. Как клиентов, насколько я знаю, более 10, разумеется, я не могу разглашать такую информацию. Вот, но на самом деле кейсов довольно много. Статей, которые мы проработали, или из которых брали какие-то идеи, имплементировали, обсуждали, более 100. В этом я убежден. Количество страниц технической документации, да, там R&D-репортов, анализа и так далее. Но я уверен, что более чем 500. То есть я думаю, что пару диссертаций по итогам вот периода, который мы работаем на проекте, уже можно было бы защитить. Два ключевых конкурента. Оказалось спустя время, что вот та компания, работа которой казалась магией, теперь конкурент. Это здорово. Мне кажется, вот к этому нужно стремиться. Когда ты что-то видишь или кого-то, восхищаешься им, а потом пытаешься произойти. И если найти правильного человека, например, то действительно можно добиться очень крутых результатов. Думаю, что у меня есть пару минут, чтобы сделать пару анонсов, да, по нашим мероприятиям. То, чем мы еще с любовью занимаемся. Компания ETGym известна тем, что с удовольствием организовывают разного рода образовательные проекты. Мы умеем общаться и со студентами, и с работниками IT-сферы, и с преподавателями. И, в общем-то, я думаю, карантин и удаленка тут тоже повлияли. По итогам в серии успешных проектов мы решили запустить свой собственный курс Applied Computer Vision. Вот. Идеально подойдет курс двум типам людей, да, сотрудников, я бы так сказал. Первый тип – это уверенный разработчик уровня Middle Plus, который хочет окунуться в доменную область и заняться чем-то таким супер увлекательным, как вот этот вот проект, например. Да. И второй тип людей – это, я бы сказал, такой junior level MLDL инженер, который хочет узнать новое о конкретном домене Computer Vision. Поверьте, там очень много интересного помимо ML и DL. Курс стартует уже 5 октября. Я настоятельно рекомендую обратить на это внимание и, в общем-то, не затягивать. И второе, у нас постоянно активная тренинг-программа. Мы знаем, как обучать людей с самого нуля и до уровня Senior Computer Vision Engineer. Тут важный момент. Самый ноль – это не выпускник школы, который не знает ничего. Это студент, я думаю, минимум третьего курса, у которого, в общем-то, хорошие фундаментальные знания с математической дисциплины. Английский, я думаю, что абсолютно все компании ожидают, да, и человек, который, в общем-то, очень хочет и готов выделять свое время и усилия. Так, спасибо всем большое за внимание. У меня все. Спасибо, дякую дуже, Євген. Дякую, це була цікава історія, як ви
знайшли свою нішу, свій проєкт, ця конференція, да, це дуже цікаво, як такі у вас натхнення сталося там, і зараз це вже конкуренція, компанія, це чудово. Тож зараз, колеги, в нас такий час для питань. Якщо є питання, ви можете ставити їх голосом тут, прямо в Zoom'і. Через руку, будь ласка, ми будемо бачити, або в чаті. Також в Фейсбуці у нас поступають питання. І, будь ласка, ми вас заохочуємо до цього, бо якщо є питання, то буде відповідь. І ми бачимо, що є можливості для мідл-спеціалістів, для джуніор-левел, а також для трені, для студентів. Тож поширюйте цю інформацію, розказуйте і ставте питання. Проходьте, звичайно, на one-to-one мітинг, який станеться у листопаді, на який ми вас запрошуємо дуже. І в чаті в нас в Zoom'і це запрошення є. Тож вже я маю перше запитання, бачу його. Такий, Євген, питання. Яким ви видите здравоохранення будущего? Ага, окей. Ну, я пытаюсь ответить больше со стороны технологий, да, нежели со стороны самого здравоохранения. И скомпилирую, пожалуйста, где-то свои мысли и то, что я прочитал в книгах известных футуристов. Да. Я думаю, что оно будет максимально неинвазивным. Да, вот представьте аэропорт, вы там поднимаете руки, да, вас там скринят. Вот. Но вот представьте, если бы кроме безопасности вам еще выдавали результаты анализов сразу, да, вы проходите этот скрининг и получаете результаты, да. В общем-то, в лонг-терм перспективе это точно будет возможно. Более того, мы будем это делать регулярно. И, в общем-то, потом искусственный интеллект сможет предсказывать некие риски, да, там, заболеваний определенных. И наверняка это будет такое вот классное дополнение доменных специалистов. Подчеркну, что это точно не будет полностью автоматизировано, люди все равно будут принимать конечные решения. Кроме того, я думаю, healthcare будет пересекаться с другими доменами, такими как entertainment, retail. Вот в контексте ритейла здесь я, пожалуй, по-моему, все-таки поделюсь идеями Кай-Фу Ли. Есть такой известный AI-специалист. Он рассуждал о том, как выглядит ритейл будущего в контексте как раз healthcare. Когда ты приходишь в магазин, система там, видеонаблюдения, там, анализа разнообразных сигналов рекомендует, что купить сегодня, в зависимости от твоего состояния на данный момент. Ну, не в таком плане, что ты чуть-чуть взгрустнул, выпей вина. То есть более глубокий вариант, да. Вот, ты там положил, накидал в корзину продуктов, да, тебе там камера на выходе автоматически распознала их и посоветовала не покупать майонез жирностью 60%, ну и так далее. То есть это будет какой-то такой контроль, вот умные ассистенты, которые подскажут, рекомендуют. В общем-то, не уверен, что все будут их слушаться. Ну, и в общем-то, вместе с неинвазивностью, бесконтактностью, я думаю, это будет такой прорыв, новый уровень. Но в то же время будет ряд проблем, связанных с этим. Но о проблемах я говорить не буду. Спасибо, дуже дякую за відповіді. Колеги питають, де в нас можна руку підняти. В нижньому трейі емодзі є такі реакції, і там є такі вибір. Якщо ви не бачите, не страшно, можете підключити камеру. Зараз Віктор Кап, будь ласка, якщо у вас є питання. Да. Спасибо, интересно, Евгений был, я из университета радиоэлектроники, интересный был, ну, презентация, много чего, ну, как бы мы знали и раньше, видели тоже в различных исследованиях. У меня пару вопросов, только быстро. Первый вопрос. Получили ли вы медицинскую сертификацию? Потому что многие системы являются рекомендационными, а не медицинскими. Все вот эти измерения, они рекомендационные. У вас вот с этой технологией как дела обстоят? Доброе утро, Виктор. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, это самая большая проблема. И на сайтах компетиторов наших, и, в общем-то, и наш партнер этим вопросом занимается. Конечно же, эта система вспомогательная. Во всех документах прописано, что нельзя, да, опираться на те измерения, которые выдает продукт. Нужно в любом случае обращаться к специалисту с сертифицированным медучреждением. Конечно, сертификация не получена. Более того, я не зря сказал о пересечении интертеймента и хелскера. В общем-то, этот продукт – это пересечение интертеймента и хелскера. И я убежден, что так будет и дальше. Доверять просто таким вот интеллектуальным продуктам без участия соответствующих учреждений и доменных специалистов, в общем-то, не стоит. Я не думаю, что ближе лет 50 это наступит. Ну, то есть никаких клинических испытаний, там, больших выборок, ничего такого не было?
Ну, я не могу раскрывать цифры. Испытания идут непрерывно. Вот. В общем-то, весь эксперимент и все исследования, они так построены. Есть ground truth и, в общем-то, такие сертифицированные приборы, которые выдают, да, наше значение с определенной точностью. Наша задача приблизиться к этой точности, скажем так. То есть это таким вот понял. И путем последний идет. Вопрос. Да. А если можно, вот история была такая, к нам пришел лид, заказчик, мы сделали под заказ, а потом мы стали давать еще другим, кому принадлежит интеллектуальная собственность и как вы это обсуждаете со своими заказчиками, что конкретно ваше, а что конкретно уходит заказчику. Спасибо. Все индивидуально, как правило, но и комментировать я, к сожалению, не могу этот вопрос. То есть в украинских клиниках там или на украинских пациентах мы, наверное, ничего не сможем сделать? Ответ такой же, как на предыдущий вопрос. Так, звичайно, Індії. Дуже цікаве питання, дуже дякую, Віктор. Я бачу ще питання, наскільки точна ваша модель, Євген? Які питання до вас? Окей, ну, я упомянув, що в презентації покрили CO3, vital, да? Heart rate, SpO2 и respiration rate, их на самом деле куча, есть производные показатели. Насколько я помню, heart rate вплоть до 0,5-1 удара в секунду, в общем-то где-то 1,5% ошибка. Это самый точный, самый стабильный vital. Respiration, я честно говоря, боюсь ошибиться, но хуже точность respiration, а вот сатурация близка к пульсоксиметру, но довольно низкая, все еще довольно низкая. Вот так вот. То есть heart rate – это самый стабильный показатель. В общем-то и понятно, да, что амплитудная информация для его измерения не нужна. Вот. Но, собственно, мы постоянно гоняем бенчмарки, сравниваемся с конкурентами. Вот. И считаю, что точность будет повышаться. Дякую за відповідь. Я думаю, ще будуть питання, тож, друзі, будь ласка, доєднуйтеся у листопаді до One-to-One Meeting. Посилання у вас є в чаті, і там ви можете більш детально поспілкуватися з компанією. Тож, дуже дякуємо Євгенію. Дякую за увагу. Дуже дякую. І зараз ми передаємо слово нашому другому спікеру. Рубен Мелконян, це компанія Quantum. Будь ласка, я бачу, що ви тут з нами. Ви можете шарити вашу презентацію і стартувати ваше спілкування. Да, добрий день, я з вами. Зараз відкрию презентацію. Ну, видно, да, презентацію? Нормально? Да, все видно, все добре. Окей. Хочу сказать спасибо кластеру и за организацию мероприятия, и за такую интересную тему. На самом деле найти проекты, которые действительно изменяют жизнь людей, их не так просто. С одной стороны, компании у нас ну, как бы не очень большие, и страна не самая инновационная в мире, к сожалению, пока еще. Но иногда такие проекты проходят мимо, и иногда мы даже можем принять в них участие. Вот. У нас компания достаточно инновационная, мы работаем в области Data Science, и есть свои какие-то идеи. Но вот один проект, который мы делали под заказ, я решил все-таки рассказать о нем, поскольку, с моей точки зрения, он действительно меняет жизнь некоторого количества людей. Очень коротко о себе. Я работаю достаточно давно, закончил ХНУРЭ, как раз вычислительную технику, программист по специальности, начал работать еще будучи в институте, ну, прошел путь от инженера через менеджера и до собственника компании, их несколько, инвестора. Ну и до сих пор мне нравится то, что я делаю. Вот в 16-м году я закончил бизнес-школу, собственно, после этого открылась наша компания и активно работает. Компания, собственно, наша область деятельности – это дата-аналитика.
Мы делаем аналитические системы, они немного разные и зависят от той исходной информации, которую мы, собственно, анализируем. Вот. В основном это корпоративные системы, в которых есть данные. Это видеоаналитика, это геоаналитика. Ну, собственно, мы много занимаемся инфраструктурой, поскольку аналитические системы, они требуют знаний и Big Data, и Data Engineering, DevOps, MLOps и других дисциплин, которые окружают те модели, которые мы делаем. Немного контекста. Я разговаривал с некими умными людьми и спрашивал их, а почему, собственно, Data Science является такой хайповой темой, будет ли она развиваться, есть ли какие-то объективные предпосылки к тому, что это востребуемые средства анализа информации окружающего нас мира. Вот. Мне нравится следующий подход. Вот есть некий такой цифровой мир. Да? Цифровой мир – это мир, в котором данные появляются уже в цифровом виде. Это цифровые коммуникации, сотовая связь, интернет. Это цифровые датчики, в которых тоже данные появляются в виде чисел. Это финансовые транзакции, корпоративные базы данных. В общем-то, все, где данные изначально хорошо организованы и достаточно точны. Работа с этими данными, она, конечно, до сих пор ведется, есть множество всяческих проектов, но их обработка, она не представляет большой математической сложности и какого-то интереса с точки зрения математики. Есть аналоговый мир, который нас окружает. Это планета в ее многообразии и сложной взаимосвязи процессов, метеорология, геология, какие-то там извержения вулканов. Ну, вообще, достаточно сложный объект, живущий какой-то там сложной жизнью. Это живые организмы, такие как люди в том числе, ну и на самом деле любые. То есть человеческий организм моделировать достаточно сложно. Вот Евгений говорил, что можно делать, да, сейчас идет достаточно быстро вперед наука и технологии, но до сих пор его измерить и смоделировать достаточно сложно. Вот. Можно померить пульс, но понять, что происходит в клетках, где живут вирусы, бактерии, как все там происходит, ну, как бы достаточно непросто. Вот. Есть когнитивные процессы, то, что происходит у нас в голове, да, то есть то, как мы думаем. Это такой некий General Artificial Intelligence. То есть, собственно, это думающие роботы, которых мы видим в фантастических фильмах, но до сих пор не видим вокруг нас. Социум как некая такая суперпозиция людей, которые взаимодействуют между собой, это тоже достаточно сложно. Ну, в общем-то, понятно, да? То есть это такие либо физические объекты, либо живые организмы, смоделировать которые, даже понять, как все работает, не просто стандартными методами. Кроме этого, есть еще некий класс объектов, которые достаточно сложно смоделировать математическими алгоритмами обычными. Их много. Это эволюционные процессы, управление физическими процессами, там, холодный термоядерный синтез, да, пытаются сделать, распространение эпидемий, управление дорожным движением, еще много-много-много всего. Вот геном, да, который изучают, туда вбухано очень много ресурсов и масса открытий, но до конца мы его еще не изучили. Вот это все тоже те объекты, к которым применяется Data Science как некий математический подход к анализу данных. Собственно, тот проект, о котором я хотел рассказать, он делался под заказ, как я и говорил. Заказчик этого проекта – это, собственно, мировой лидер в области производства нейролептики. Нейролептики – это лекарства от заболеваний, которые происходят в мозгу. Эпилепсия, болезнь Паркинсона, ну и другие хронические расстройства. Например, хроническая депрессия. Проблема с эпилепсией, она интересна. В мире где-то 65 миллионов человек, которые страдают от эпилепсии. Только вот США на учете зарегистрированных больных 450 тысяч, почти полмиллиона. У каждого третьего случаются припадки. Не знаю, если кто-то... Я не видел никогда, как это происходит, но зрелище достаточно неприятное. Не только для тех, кто это видит, а в основном и для больных. Иногда люди погибают просто потому, что этот припадок может случиться, не знаю, во время, например, в бассейне. И человек просто тонет, потому что он не может дышать.
Вот, если это происходит там дома в ванной наедине, ну, в общем, это такая неприятная болезнь со своими неприятными последствиями. И самое неприятное то, что на данный момент не существует лабораторных методов диагностики, подбора лекарств. То есть непонятно, подействует ли то или иное лекарство на определенного больного. Таких средств просто не существует. И вот у каждого третьего случаются неконтролируемые припадки просто потому, что мы не смогли подобрать лекарства. Собственно, за последнее время накоплено некое количество данных медицинских. И у компании-заказчика, этой фармацевтической, возникла идея, что можно попробовать использовать статистические данные для того, чтобы понять, кто из больных устойчив к тому или иному препарату. И, собственно, нашей задачей была разработка модели, которая могла бы на основании медицинской карты больного, с историей его там, заболевания и лечения, получить модель, которая бы предсказывала, насколько он устойчив к тому или иному лекарству. Собственно, эта работа была проделана. Это сложная работа. Среди всех проектов, у нас их огромное количество, связанных с Data Science, это действительно был сложный проект. Технически эта модель и структура нейронной сети разрабатывалась с нуля. При этом работало большое количество специалистов. Я немножко позже вот объясню, почему именно. Собственно, в результате был разработан некий сервис. Врач, который принимает больного, он может сделать запрос, передав там информацию, кого именно нужно анализировать. Ну и система выдаст ему такую second opinion, да, то есть рекомендацию. Какое лекарство, ну, каким лекарством у больного может быть резистенс, а каким, соответственно, другим может не быть. Вот. Он может выставить такой некий приоритет, какие лекарства пробовать. Сейчас это так и делается. Просто есть перечень, и врач там назначает их по очереди, надеясь, что повезет на первом, на втором там, или на третьем препарате. Этот проект, он был специфичен по некоторым, сразу по нескольким причинам. Первое – это подготовка данных. Вот если вы видели свою медицинскую карту, кто-то был в поликлинике и видел написанную непонятным почерком чего-то там с детства, кто что делал, понятно, что качество этих данных, оно не очень хорошее. И я думаю, что в Украине вот именно по этим причинам вести такие исследования достаточно сложно. В Америке эти данные организованы более аккуратно, просто потому, что они организованы страховыми компаниями, которые компенсируют стоимость лечения больных. Естественно, эти страховые компании, они проводят свой анализ рисков, там, оценку и расчет стоимости страховок. И вот в течение последних 5 лет эти данные, они уже имеют некое качество, достаточное для того, чтобы начинать какой-то анализ и моделировать. При этом это качество все равно недостаточно. Вот в ходе проекта нам пришлось нормализовать данные, которые находятся в медицинских картах, применяя в том числе и достаточно такие хитрые методы. Да, тот же НЛП для того, чтобы стандартизировать диагнозы, препараты, которые давались. Ну, в общем-то, преобразовать те текстовые данные, которые находятся вот в картах медицинских, в стандартный вид, и они, ну, чтобы они могли потом стать источниками для моделирования. Это раз. Второе – это безопасность. Медицинские данные американских граждан являются одной из самых больших хранимых секретов в США, кроме, не знаю, наверное, каких-то там данных ЦРУ. Но получить им доступ нельзя, а из Украины нельзя вообще. Ну, это вопрос не Украины, а вопрос как снаружи страны. Вот. Есть создана целая специальная инфраструктура в компаниях, которая позволяет получать им данных. Они определенным образом подготавливаются, предоставляют доступ, при котором нельзя как бы, эти данные себе там скачать и посмотреть их глазами, они же обеспечивают некую анонимизацию. То есть, собственно, понять, какой больной страдает вот этими заболеваниями, нельзя. Но это нам и не нужно. Нам, собственно, нужна более обобщенная информация, а кто конкретно там, болеет эпилепсией, нам не так интересно. Вот. И вот работа с этой инфраструктурой, понимание, как наладить процессы, это такой челлендж для компании. Мы до этого никогда не сталкивались. Именно с такими высокими ограничениями вот, по доступу. Это же самое действует, ограничение действует на результаты работы. То есть мы получаем некие агрегированные результаты работы модели, но мы не можем посмотреть
вот если мы ошиблись в каком-то конкретном случае, посмотреть эту медицинскую карту и понять, чем же она отличается от всех остальных. Вот. Следующее – это, собственно, работа самой такой компании, с крупной. Компания действительно крупная, и мы туда попали просто потому, что у нас была вот очень специфическая экспертиза. Компания организовала конкурс. Она имеет столько ресурсов, ну, она имеет свой лес. Мы были у них в гостях, они находятся под Атлантой. У них свой лес, в лесу находятся холмы, озера, фонтаны, какие-то здания, домики, и в них сидят люди, значит, разрабатывают новые лекарства. Вот. Они сразу наняли 4 компании для того, чтобы внести такой дух соперничества. И, собственно, все компании делали одну и ту же работу, применяя там свою экспертизу и знания, которые были. Был общий дашборд, куда каждую неделю выкладывались результаты. Методика оценки accuracy, то есть точности модели, она была стандартизирована. То есть ты загружаешь свою модель, ее прокатывают на одном наборе данных одинаково и видят, какая модель имеет какую точность. То есть это все было достаточно стандартно. Вот. Собственно, после окончания модели была взята самая, после окончания этой работы была взята самая точная модель, а мы победили в этом конкурсе. И потом мы как бы собрались все вместе, вот 4 компании, и посмотрели, может быть, мы не увидели какого-то элемента, который применяли они, и потом наша модель, она была доработана вот с учетом каких-то альтернативных еще средств, до которых мы не додумались. И в результате заказчик получил еще более как бы точную модель, в котором, собственно, она результата работы мозгов всех участников этого замечательного мероприятия. И последнее – это сертификация. Начиная с 2020 года в США все модели, использующие искусственный интеллект в области здравоохранения, они должны сертифицироваться специальным органом. Это подразделение ФБР, которое занимается, по-моему, социальная безопасность, FDA она называется. Вот. И требованием к этим моделям является explainability. То есть это означает, что если модель приняла какое-то решение на основании исходных данных, то должна быть информация, на основании каких именно данных, вот этой огромной медицинской карте, были сделаны те или иные выводы. Вот в некоторых случаях и в нашем это некая проблема, поскольку внесение вот элементов traceability, explainability, они ухудшают качество работы модели, и это следующий этап, который мы должны пройти, получив некие рекомендации. Вот в США, а этот проект мы закончили в прошлом году, это было первое решение, использующее эту методику, но не computer vision, где explainability, ну, достаточно просто посмотреть глазами, а именно в области анализа цифровых данных, в которых это сделать сложнее. Вот. И для них это был первый такой проект, они не понимали, что делать, значит, с этим решением, оно очень инновационное. Вот до сих пор идут какие-то коммуникации, консультации. Я надеюсь, мы собираемся поехать как раз в октябре туда и решить, что мы можем сделать для того, чтобы это решение оно могло быть сертифицировано, пойти в продакшн. У меня, собственно, все. Я, наверное, готов ответить на ваши вопросы. Кому интересно, может найти меня. Меня легко найти. Меня легко проиндексировать. Вот. Или есть сайт нашей компании, на который тоже можно найти, зайти, написать, там, задать какие-то вопросы. По части нашей активности вот среди студентов, профессионалов. Первое, в конце октября у нас пройдет конференция, мы их устраиваем периодически. Вот полтора года был перерыв, мы наконец-то решились ее организовать. Она называется «Octopus», это митапы, мы их проводим по разным там тематикам. В октябре он будет по Data Science, было несколько интересных проектов и новых технологий, которые мы освоили. Мы с радостью поделимся, найдите, пожалуйста, информацию. Ну, кто не нашел, там напишите, я подскажу. У нас есть для... Не только, кстати, для дата-сайентистов, для дата-инженеров, интерншип. Есть практика. В этом году мы набрали уже ребят, очень, очень хорошие ребята. Они занимаются тоже, кстати, очень инновационной работой, после которой напишут статью. Это некий фундаментальный ресерч. Вот. Точно так же у нас много других специальностей, все инженерные, которые, собственно, существуют в таких компаниях, они тоже есть. Вот, так что все welcome, кому интересно.
задавайте вопросы, приходите. Со всеми поговорим, будем всем рады. Дуже дякую, Рубен. Це було чудово, дуже цікаво. Звичайно, я думаю, що питання будуть. Колеги, ви можете їх задавати як в нашому чаті в Zoom, так і голосом, або підняти руку, або пишіть, або просто включайте камеру, говоріть, будь ласка, які є до Рубена зараз питання. Нам було б цікаво ще поспілкуватися. Віктор, у вас складний питання. Нет, на самом деле нет. Рад видеть, Рубен, здравствуйте. Я уже и на эмоцию нажал, руку поднял, все равно не видно, наверное. Ну, это Zoom, это нормально. Я к чему? Не, супер, да, классно, мне нравится. Там наши студенты тоже есть, привет им. Да, вопрос такой. Вот у вас этот проект был основан на статистических данных. Следовательно, вы применяли статистические методы. А можете назвать, вот какие позволили вам выиграть конкурс или какая модель, которая бы их объединила? Мы сейчас говорим в общем. Была построена с нуля нейронная сеть. Ну, нейронная сеть, да, но вы же еще предобрабатывали данные, искали ли там корреляции, искали ли там, ну, то есть вот какие-то такие штучки. Почему? Потому что нашим студентам очень часто грустен курс мат-статистики и теории вероятности, а он на самом деле для дата-сайентистов, наверное, очень важен, и надо понимать, какие разделы, в каком наполнении им должны... Я, к сожалению, плохо учился в институте, курс мат-статистики я не помню. Вот поэтому я не смогу глубоко ответить на ваши вопросы. Но я могу сказать, что без специального образования математики нельзя заниматься дата-сайенс. И у нас все практически, кроме одного человека, который является таким неким гением, они все закончили профильную специальность в ВУЗе. Либо после третьего курса приходят. То есть они имеют под собой бэкграунд математики. Это, мне кажется, by default. Я знаю о многих попытках софтвер-инженеров вот прямо так переключиться и заняться. Мне задают вопрос, какую мне посмотреть презентаху в YouTube, чтобы я смог заняться дата-сайт? Никакой. Надо заняться математикой и все-таки освоить базовые принципы. Иначе человек может использовать какие-то библиотеки, или даже стандартные фреймворки, там тот же TensorFlow, и получать какой-то результат. Но если этот результат не очень, то он вообще не понимает, как его улучшать. Потому что дальше надо понимать базу. И вот даже в этом проекте мы получили лучший результат, чем другие компании, а это было три индийские компании, кстати, достаточно крупные, которые давно работают и с этим заказчиком вообще в этой области. И я считаю, что наш результат – именно из-за хорошей подготовки ребят в математике, которые действительно понимали, могли интерпретировать результаты, которые мы получаем, и генерить какие-то гипотезы, как их можно улучшать и какие методы можно применять. Мы причем не занимались фича-инжинирингом. Мы занимались чистой математикой. То есть мы обрабатывали данные, условно не понимая, что эти данные означают, чисто математическими способами. Если бы у ребят не было математики, мы бы никогда не сделали эту задачу. Это важно. Я не могу назвать там конкретные алгоритмы, я в них просто не разбираюсь, честно говоря. У меня другая задача, другая работа в компании. Но, безусловно, это важно для того, чтобы стать действительно профессионалами. В какой-то мере можно там будет заниматься, но это всегда будет неполноценно. Хорошо. И прозвучало, вы это на TensorFlow делали или какими-то другими? Виктор, я не знаю. Все, хорошо, спасибо, да. Да, дуже дякую за питання. Віктор такий специфічний, детальний вже питання задає. І в нас буде one-to-one meeting у листопаді, де можна буде поспілкуватися більш детально з компанією. Тому запрошуємо і поширити цю інформацію, бо ви бачите, для математиків, для програмістів, яким якийсь бекграунд, є багато можливостей в компанії, тож доєднатися. І зараз я бачу ще питання. Питають про запис вебінару. Буде запис, буде транслюватися на Фейсбуці, сторінці Hybrid IT Cluster. Я думаю, ще буде багато питань до Рубена, але в нас таймінг, тому ми зараз рухаємося далі. Дуже дякуємо, Рубену, це була розповідь від холдера, від оунера, тобто це дуже важливо знати, як ви і конкурси виграли, як ви рухаєтеся в своєму напрямку, які чудові проекти ви робите. І дуже приємно, що Україна, Харків конкурує з такими великими компаніями
І ми бажаємо вам далі розвиватися ще краще. Тож розвивайте свою команду, колеги, доєднуйтеся до команди Quantum. Тоді рухаємося далі. Дуже дякую, Рубен. І зараз пропоную тоді передати слово нашому наступному CTO компанії Варабін Антон. Я бачу, ви тут. Чи ви готові стартувати? Так, добрий день. Зараз я побіжу в Zoom і включимо трансляцію. Добре. Да, всегда есть программисты, которые знают, как это сделать, потому что не все навыки у тебя на это. На кончиках пальцев. Да что ж такое? Антон, ты в эфире, мы тебя видим и слышим, Антон, я на всякий случай. Вот сейчас ты выключился, а до этого был в эфире. Одну секунду, я сейчас с трансляцией разберусь. Да, то ж мы чекаем, может еще какие-то питания вас... так сказати, встають перед вами, можете писати, ми передамо в компанії, або зараз, може, ще колеги тут. О, ми бачимо, Антон, бачимо ваш монітор. Так, все, тепер, по-моєму, ви навіть мене слышите. Так, ми вас чуємо і ми бачимо монітор. Да, отлично. Собственно, компания называется TechSpark. Мы недавно сделали ребрендинг, у нас было много имен. 16 лет мы занимаемся контрактной разработкой электроники. Да, и, во-первых, хочу вас всех поприветствовать. Я посмотрел список имен в чате, очень много знакомых имен. Всем привет. Как сказал Рубен, действительно, так сказать, самое интересное начинается на стыке аналогового и цифрового мира. Мы как раз занимаемся оцифровкой мира, мы занимаемся разработкой датчиков, роботов, систем навигации, вот как раз того интерфейса между аналоговым миром и миром цифровых технологий. Мы занимаемся embedded development. На этом рынке мы уже 16 лет. Начинали мы с научного приборостроения, сейчас полностью переориентировались на разработку электроники. Мы разрабатываем датчики. Вот стек технологий, которым мы обычно пользуемся. Датчики, связь, немножко machine vision, немножко machine learning. Основные наши применения сейчас, вот очень большой интерес сейчас, я об этом отдельно расскажу, это робототехника. Причем робототехника – это не платформа. Это не только платформа, это там, может быть, 5-10% от общего объема того, что вы делаете в проекте. Сейчас это в основном умная составляющая. Мы передаем данные. Казалось бы, радио – это просто. Мы покупаем радиомодуль, да, кстати, связываем два устройства. Да, все это прекрасно работает. До тех пор, пока датчиков в радиусе радиовидения не появилось 500 штук. И тут начинается история с алгоритмами, как передать данные, кому включиться, кому выключить связь, потому что все они вместе в канал не помещаются, как оптимальным образом сделать маршрутизацию данных по полю, когда компьютера рядом нет. И когда ограничения по вычислительной возможности системы связаны с батарейкой, от которой они работают. Мы занимаемся очень близким к предыдущим докладчикам задачами, но лишь с тем ограничением, что machine vision в нашем применении всегда ограничен по ресурсам. Если вдруг какой-то математический алгоритм оказался слишком тяжеловесен для компьютера, да, ну просто на Амазоне покупается следующий, так сказать, этот пакет, да. Вот если у нас алгоритм не поместился в компьютер, в микрокомпьютер, да, так сказать, то все. В принципе, как бы, ну, мы сделать с этим ничего не можем, ни за какие деньги мы не добавим памяти к уже существующему микрокомпьютеру. Потому когда мы начинаем строить какие-то свои алгоритмы, мы в первую очередь начинаем думать о том, как мы будем это дело помещать в сравнительно маленькую ограниченную в железе железочку. Ну вот здесь вот мы делали, например, управление жестами дрона.
Вот. Вот один из примеров датчиков, которые мы делали. Это все внутренние проекты. Большая часть проектов у нас идет под NDA, потому что я показываю только те проекты, которые мы делали внутренне с бенча для того, чтобы не терять скорость разработки, да, да и просто какие-то технологии мы себе кладем в загашник для того, чтобы их потом реализовать в будущих проектах. Мы, например, сделали вот ультразвуковую метеостанцию. Ничего, в принципе, хитрого нет, за исключением того, что это датчик, который сразу объединен в геоинформационную систему. И он не просто меряет направление и скорость ветра по эффекту Доплера, да, он еще и показывает на карте, где это. И плюс к тому, в нем есть LoRaMesh, это вот как раз те истории про проблемы со связью, динамической маршрутизацией и прочими делами, да, то есть вот они здесь реализованы. Сейчас очень большое количество запросов, мы очень большое количество времени тратим в эти исследования, это оптическая навигация. Ну, мы все там знаем, там, теодолит, да, там, еще что-то такое, да, какие-то оптические измерительные инструменты. Обычно они очень дорогие, и сфера применения их очень ограничена, их ценой говорит там, массивностью, точностью обработки оптики, боязнью вибрации и прочими делами. Мы проанализировали бюджет ошибок, который может возникать внутри такого рода прибора. Да? Ну, а хочется их использовать, ну, как бы в повседневной жизни. И нашли, что существует ряд ошибок, которые мы можем исправить, используя математические алгоритмы, переделав немножко механическую, ну, вот, вообще методику измерений. Да? Вот. Методика измерения становится сильно сложнее с точки зрения математики. На математику нужно написать только один раз, а после этого это устройство можно будет производить тысячи. И вот мы сейчас тратим очень большое количество ресурса на разработку алгоритмов, которые позволят сделать очень простую оптическую схему, при этом получить очень хорошие измерения, которые позволят определять взаимное положение дрона в группировке, положение дрона на, там, допустим, висящего там, над нефтяной вышкой в момент инспекции, измерять, насколько кривое построили здание строители из Средней Азии. Дистанционно, естественно. Ну или, так сказать, посмотреть, не падает ли что-нибудь в Чернобыльской зоне, да, или насколько быстро оно падает в Чернобыльской, ну, какой-нибудь опасности. Вот. Это тоже очень интересный проект. Это система вибродатчиков. То есть вы помните, наверное, у Гарри Поттера была карта мародеров. Он видел шаги по Хогвартсу на карте. Мы сделали то же самое на Земле. Это охранная система внешнего периметра, которая позволяет показать, где конкретно идет человек, отделить человека от животного и от машин. Поначалу нам казалось, что задача чрезвычайно простая. Ну что такое? То есть фазированная антенная решетка на трех датчиках, чепуха какая-то. Когда мы начали это дело действительно мерить, мы встретили огромное количество физических эффектов распространения звуков, ну, вибраций в поверхности, и нам пришлось уйти на практически полтора года фундаментальных исследований в то, как засунуть это в микроконтроллерную систему. Я надеюсь, что уже этой весной это выйдет на рынок. Ну, детектирование объектов – это на самом деле достаточно простая задача. Это, собственно, наши самые молодые разработчики это делают. Распознавание лиц, в том числе в маске, ну, тривиальный алгоритм, это просто на побаловаться. В основном они нацелены на то, чтобы проверить, насколько люди понимают оптимальность написания алгоритмов, да, потому что мы всегда привязаны к ограниченному ресурсу. Это мы делали систему для бесключевого доступа, каршеринг машины. Основная была задача, основное ограничение было, что это устройство должно быть неинвазивным. Нельзя было подключаться к машине электрически. Мы сделали беспроводную систему каршеринга. Это устройство, которое кладется в машину, у него прописываются ключи, и ты с телефона, чужой человек с телефона, да, достать, заплатив денег, может воспользоваться твоей машиной. Вот. Это датский проект, наша хорошая знакомая делает стартап в Дании для защиты женщин от тревожной кнопки. Вот. Умные поля, да, то есть это датчики, устанавливаемые для сельскохозяйственных применений, тоже огромное количество задач, которые мы решаем, интеллектуальных, связанных с совместной обработкой информации на устройствах, ограниченных
по своему ресурсу, причем ограничение в основном не математическое, а именно по батарейке, потому что мы каждый раз считаем кулоны, сколько кулонов мы потратили на вычисление этой математической операции, насколько хватит аккумулятора, с которого мы питаемся. Вот. Если вам это интересно, ну или вообще просто есть время, приходите к нам на кофе. Моя фамилия и имя тоже достаточно легко гуглится в интернете. Запишите координаты, мы очень контактные, всегда рады вас видеть. Будем рады любым новым идеям из нашей области или даже из других областей. Дуже дякую, Антон. Дуже так швидко, коротко, але дуже змістовно. Звичайно, також дуже цікаво, такі унікальні проекти. Я бачу вже одне питання. Нам поступило з Фейсбука. Самий амбіціозний проект, який ви робили з командою? Ну вот, скорее всего, это черепахи. Я сейчас попытаюсь быстро найти презентацию. Она должна быть в быстром доступе. Значит, по черепахам. То есть вот мы задумались. То есть все дроны разные. Да? Еще большое количество компаний, которые делают дроны. Но что их должно объединять? На самом деле мозги. Платформа – это там достаточно простая вещь, она делается в гараже, и сравнительно легко конкурировать на этом, ну, как бы смысла нет. А вот оказалось, что алгоритмы, которыми должны пользоваться дроны при взаимном существовании, они очень близки. Мы решили заняться созданием системы, которая бы была универсальная для любого типа наземных дронов. Да? То есть, ну, там есть на самом деле классический набор алгоритмов. Там, collision avoidance, mesh-связь, там, взаимная навигация в стае, навигация объекта по стае, так сказать, система безопасности, связь и так далее. И вот мы, собственно, начали себе это разрабатывать. Для того, чтобы это тестировать, мы себе сделали вот такую вот группировку черепах. Вот. Очень похожую на львовский проект Рабанирс, потому что мы с ними дружим. Кстати, вот их можно поздравить, они в этом году были на параде по поводу 30-летия дня независимости Украины. Вот, это по форме такой же дрон, только он сильно меньше. Вот, и вот на нем мы, собственно, откатываем свои алгоритмы. То есть эти дроны на сегодня умеют управляться жестами. Да? То есть мы, например, решили, что нам, ну, там, у меня дома есть немецкая собака. Да? Вот когда мы пользуемся дроном, мы держим в руках пульт. А вот когда немецкая собака поднимает меня без пульта, да? Мы решили, а зачем, так сказать, нужен пульт для дрона? Может быть, достаточно просто жестов, и мы научили дрона распознавать жесты. Он понимает положение тела и положение, там, ну, мы его научили там нескольким жестам вот из классической азбуки вот этой вот жестовой. Да, кстати, мы управляем там отдельно тушкой дрона, отдельно полезной нагрузкой. Тушкой дрона мы управляем положением тела, ну, а жестами мы управляем, значит, его полезной нагрузкой. Ну, вот это такой получился какой-то комплексный проект. С одной стороны, мы хотели, так сказать, там сделать задел на будущее, на универсальный модуль навигационный для дрона, с другой стороны, у него пошло огромное количество ответвлений, в том числе вот такие вот юзабилити, связанные с gesture recognition или там pose estimation. Вот. Дуже дякую. Тож, колеги, заохочуємо вас ще раз до запитань. Пишіть або голосом ставте питання. Дуже відкриті компанії, є така можливість. І зараз я ще хочу такий короткий, дуже цікавий анонс зробити, що компанії узгодили такі, де є можливість отримати гроші на переїзд туди, до компанії, до Харкова, потім обратно додому, якщо ви з регіонів і ви хочете зробити такий візит в компанію, тож в компанію T-Spark, поспілкуватися з Антоном, з іншими компаніями. Ви можете цей запит нам подати або зараз, або у формі реєстрації на One-to-One Meeting. І, звичайно, буде дуже приємно, якщо ви зможете приїхати, бо я знаю, що у Антона це цілий технопарк. Дуже цікаво подивитися, як все це працює, дуже цікава команда. Тож є така можливість приїхати до компанії, до Харкова, поспілкуватися, подивитися, і це буде оплачувано з фонду, який компанії пропонують.
Так, Антон? Це... Да, конечно. Дуже добре. Тож, тоді я бачу, що в нас вже і таймінг підходить до завершення. І якщо є питання, я зараз не бачу ще питань стосовно команди. А, от ще питання стосовно команди. Як до вас загалом потрапити, що треба, щоб стартувати в компанії? На самом деле, нужно просто позвонить, написать или любым другим образом выйти на контакт. Из требований к нам, да, ну, наверное, нужно просто хотеть. Потому что мы учим людей, мы берем уже опытных. Мы просто инженерно дружим с другими командами, да, то есть, собственно, наши предыдущие спикеры могут это подтвердить, потому что мы находимся в хорошей инженерной дружбе, то есть, и за советами, и просто на чашку кофе иногда встречаемся. Вот, потому ваше желание и любым способом промаякуйте, что вы хотите с нами познакомиться. Ще питання таке у нас прийшло. Чи можна ремоут у вас працювати? Чи така можливість? Это embed, то есть это огромное количество железа. И обычно в проекте завязано минимум 5-6 человек. Ну, потому что как бы, для написания веб-сайта вам нужно всего две технологии, фронт-энд, бэк-энд, да, то есть у нас это минимум 6. То есть мы всегда завязаны на электронику. Это достаточно сложно. У нас есть на самом деле сотрудники, которые работают с нами ремоут. Например, сейчас я нахожусь в Виннице у нашего, так сказать, бывшего сотрудника, да, ну, бывшего офлайн-сотрудника, теперь онлайн-сотрудника, да, то есть вот в офисе. Но это скорее исключение из правил, чем это, для эмбеда это достаточно сложно. Он проработал у нас полтора года в офисе и потом переехал в Винницу, и сейчас мы работаем с ним по удаленке. Тобто є такі кейси, зрозуміло. Дякую дуже за відповідь. Тож, колеги, ще раз нагадую, якщо тоді ми дуже дякуємо Антону, да, Антон, тоді на все добре, трохи можете залишитися ще у нас пару хвилин. Я зараз зроблю демонстрацію екрану ще раз, якщо Антон мене дозволить, так? Зараз призупини, будь ласка, світ. Так, дякую. Тоді на завершення нашої такої насиченої мого спілкування нам дуже було цікаво. Ваші питання були цікаві, більш глибокі деталі, технічні питання, звичайно, ми очікуємо вже на one-to-one нашої зустрічі, тож реєструйтеся на івенти one-to-one, будь ласка. Це буде у листопаді, і ще буде 4 таких заходи з іншими компаніями, як ми сказали на початку нашої зустрічі. Це буде з вересня по листопад, і в листопаді саме цей one-to-one івент, де ви можете саме з компаніями більш детально все обговорити, таке особисте спілкування буде. Анонси наші, будь ласка, дивіться тут. LinkedIn, в Instagram, звичайно, в Фейсбуці, на нашому сайті. Тож, на сьогодні ми завершуємо. Нагадую, що це був техток від Харків IT Cluster та USAID, Американська агенція розвитку, проєкт «Конкурентноспроможна економіка України». Це все задля того, аби ми знали, що в нас коїться в Україні, які в нас є можливості, поширювали цю інформацію серед, може, друзів, студентів, ті, хто вчаться, бо є не тільки в нас виші, де можна вчитися, а й компанії, де можна реалізувати знання, проєктні команди. Будь ласка, це для нас дуже важливо, якщо ви цю інформацію також буде поширювати. Ну і, звичайно, чекаємо вас на one-to-one meeting. Чекаємо на наступних заходах. Це був Харків IT Cluster. Дуже дякуємо всім. Тож, до побачення. Чекаємо вас на наступних заходах. Дякуємо дуже нашим спікерам. На все добре. Гарної суботи.